Снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, в очередной раз я выехал на рыбалочку. Нет, не на речку, а на озеро. Да, речка-речка, а озеро нужно тоже испытать, попробовать, что и к чему. Значит, друзья, сижу я здесь 5 минут 15. Поклевочка была, но пока я копошился с вещами здесь. Вот, мой поплавок оказался просто уже в камышах. Вытянул, там уже не было ничего. Даже червяка стащили. Значит, друзья, прикармливал я здесь пшеном и макухой. Почему пшеном? Как вы помните, в предыдущем видео, в прошлом году, я частенько прикармливал пшеном. Почему? Потому как карасик его кушает, его желудок не переваривает пшено и остается голодный. Да тем более, пшено привлекает рыбку неплохо. Итак, вот еще одного вытащил, красавца. Смотрите. Вот. Берет очень быстро берет. Сразу ложит поплавок. Сразу, моментально. Даже не успеваю заснять поклевку. Это очень быстро происходит. Ох, хорошие карасики. Древние. Древние карасики. Глубина полтора метра. Вот, сразу за камышом. Пробовал дальше от камыша бросать. Ну, где-то на 2 метра. Ничего. Получается, в камыше немного за камышом ходит. Или выходит с камыша и берет. Вот. Цепляю червячка целого, чтобы заманивал. Вот. У меня стоит не леска. Мононить. Как видите, мононить.
Хватит с лески с меня. Она крутится, а где-то зацепися, отрывается. В общем, нитка летом идет хорошо. Вода мутноватая. Карась его все равно не замечает, рыбка. Вот, все идет отлично. Один карась на червячка. У меня все на червячка стоит. Друзья, тяну, тяну. Есть. Ага. Сейчас. Да. Ширь, конечно, это не очень хорошо. Да, наверное, можете еще и не вытянуть. Да. Ого. Главное... потихонечку. Опля. Так. Хороший карасик, хороший. Как видите, более с ладони. Само работает. Итак, буду сворачиваться, уже солнышко село, и ветер поднялся очень такой сильный, да и похолодало что-то. Вот, конечно, ехать мне будет тяжеловато против ветра. Итак, что мы сегодня поймали, давайте посмотрим. Вот таких красавцев. Раз, два, три, четыре. Четыре, но хороших. Хороших. В общем, это был вечерний клев. Вот. Ну да, были конечно же, поклевки такие, что то рано подсмыкнул, то поздно. Ну, в общем, довольны. Карасики довольно неплохие. Ну, все, друзья, не забывайте за лайки, вот, а я буду выдвигаться. Желаю всем удачи, а в рыбалке ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.